День открытых дверей в городском центре культуры в этот раз прошел в формате праздника. На сцене перед учреждением разместилась сцена, где свое мастерство демонстрировали те, кто посещает кружки и студии уже не один год. Праздник на улице привлек большое количество прохожих. Однако немало среди гостей было и тех, кто шел на День открытых дверей осознанно, с конкретным желанием стать представителем большой и дружной творческой семьи. Проводим вообще сегодня на улице для того, чтобы город заметил нас. Потому что раньше практика была такая, проводили внутри здания. А теперь мы решили на улице. Направления у нас танцевальные, вокальные студии, плюс еще театральная студия «Волшебный фонарь». Пока на улице шла концертная программа в фойе центра, непосредственная запись. Здесь можно было пообщаться с руководителями студий и кружков, задать интересующие вопросы, узнать расписание. Активно в городском центре культуры развивается сценическое мастерство, вокал, танцевальное искусство. Наш коллектив уже существует очень давно, нам уже в этом году 32 года. Детей у нас тоже много. У нас только в образцовом ансамбле занимается 50 детей. Помимо ансамбля у нас есть наши спутники. Это наша студия ансамбля танца «Надежда». И студия для маленьких деток. Это детская танцевальная студия «Задоринки», в котором мы набираем деточек с 5 лет, где мы учим их ходить, слушать музыку, двигаться под музыку. Ну, чтобы детям вообще нравилось танцевать, чтобы они понимали, что такое чувство коллектива, ну и, естественно, прививать любовь к танцу. Тем, кто не мог посетить День открытых дверей, эта информация будет полезна. Запись в кружке и студии продолжится еще несколько дней, после чего уже начнется активная учебная деятельность.